ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области солнечно и без осадков, морозно, температура воздуха в дневное время минус 17, минус 19, ночью 20-22 ниже 0. Ветер северный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани безоблачно, днем 17 с минусом, ночью 21 ниже 0, северный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти солнечно, днем минус 19, ночью минус 22, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем минус 18, ночью минус 22, северный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.